Привет, привет! Вы на канале Дакира. И сегодня мне подарили такой вот чеканка. Это так, нужно рисовать рисунок. Да? Да. Тут входит набор рамка. Да. Рисунок один. Палочка такая вот. И вот чем рисовать. Мягкий металл. Там входит... Ой, так, а ну откроешь сама? Да. Давай, вот тут снимай раночку. Так. А ну, оп. Сейчас будем смотреть, что тут надо делать. О, смотри. Ой. Ах. Ух ты, класс. Так, а как его открыть? О, стой. Тут скотчем заделано оно. Так, сейчас давай возьмем ножницы. Или нет, смотри. Надо тут на... А, нет. Тут... Не. Вот. Эх, оно так открывается. Оно... Ух ты, Китя! Так, вот это, наверное, мягкий металл. Так, оно... О! Так, смотрите, вот это, наверное, мягкий металл. Такой мягенький он. Слышите? Это точно металл. Только жмется. Так, это какая-то мягенькая там штучка была. А ну, Китю покажи. Такая вот синенькая киска. Да. Надо еще вот такую беленькую. Так, давай сначала мы разберемся. О, вот тут еще такая рамка есть. Она красивая. Так, такое какое. А, доставляется, все. Так, мы сейчас будем разбираться, что тут надо делать. Вернемся к вам. Да. Вот я прочитала инструкцию, что нужно тут сделать. Вот я уже склала в правильном порядке. Сначала вот такой листочек с нашим рисунком. Под него наш мягкий такой металл. И под низ вот такой вот мягенький коврик. Тут я зажимчиком скрепила, чтобы не двигалось оно. Для этого нам еще, чтобы рисовать, понадобится шариковая ручка. Такая вот палочка, что была в комплекте. И такая вот деревянная палочка. Так, сначала будем рисовать. Нужно взять шариковую ручку и наводить по контурам. Ох, уже мне страшно аж чего-то. Так, надеюсь, она хорошо будет. Так. Ой, вот видно чуть-чуть. А ну давайте посмотрим, что она печет. Нет, плохо отпечатывается. В этом было написано, что можно еще больше придавить. Так, ну так хоть получше. Так, тут надо сильно надавливать его.
наконец-то навела котика нашего. Сейчас нужно эту белую бумажку вытянуть. Все. Вот наш красивенький котик. Так, а сейчас берем нашу деревянную палочку и надрисовываем. Так. И что? Змін поки я ніяких не бачу. Ну, подождите, а если я нарисую? Ну, будем надрисовывать. Уже подрисовала, и сейчас надо снять, перевернуть нашу картинку, вот, и обратно закрепить. Так, ну. О, так, чтобы оно вот так вот не сгиналось, я пока вот так вот прицеплю. Вот. Теперь берем вот эту палочку и сильно так надавливаем. Я доделала, вот такой красивый получился. И чтобы было красивее, я буду делать точечки вокруг него. Ой. Надя. Классно. Поставила точечки, как кот под звездами стоит. Красивая картинка получилась, но если бы у меня еще были фломастеры, то можно было синим вот тут, например, разрисовать какого-то цвета кошечку. Думаю, очень бы классно получилось. Ну, думаю, я куплю фломастеры и обязательно сниму на видео. Бо оно ж будет красивое, я хочу с вами посмотреть. Какое оно будет красивое. Ну, вот такой мы сегодня набор открывали. Ну, спасибо, что были со мной. Подписывайся на мой канал. Ставь лайки. Пока-пока. Ой, забыла самое главное. Тут его можно вставить и в рамочку. Такая серенькая рамочка красивая. Ну, если был цветной бы... Это было бы намного раз красивее. Посмотрите на картинку, вот, и на моего кота. Ну, не так похожи, но они обои красивые.